Всем доброе утро. Я только проснулась. Время, ну как только, минут 10 назад. Время без 5-6. Вот с такого ранья теперь я просыпаюсь. Что вам хочу сказать? В принципе, я уже вхожу в этот рабочий ритм. Привыкаю просыпаться утром рано очень. И даже в выходные сейчас тоже просыпаюсь в районе 7, ну, максимум 8, это прям максимум. Вот, а так в рабочие дни где-то без 15-6 я просыпаюсь. Самое позднее, если там поздно легла накануне, то могу себе позволить до 6 проваляться, а так 6 это самое позднее я просыпаюсь. Вот, ко всему человек привыкает, собственно, и я тоже не исключение. Поначалу мне было очень тяжело. Я просто ложилась спать, считала этих овечек, кого я только не считала. И я этим занималась все равно до часу, до двух ночи. То есть я ложусь в первый день, вот когда мой первый рабочий день был 7 числа, 6 я легла в 9:00, вы не поверите, я заранее все дела сделала, искупалась, и в 9:00 я была уже в кровати. Но что вы думаете, я до 2 часов ночи не могла уснуть, потому что уже привык организм вот так жить. Мне было очень сложно перестроиться, а потом, естественно, мне утром было сложно просыпаться, вот, но тем не менее на работе я себя всегда чувствовала не то чтобы бодрячком, но в сон меня не клонило, потому что на работе настолько в условиях такой многозадачности нужно работать, что там даже некогда мозгу подумать о том, что он вдруг не выспался, и вот дать мне какие-то сигналы о том, что я хочу спать. Такого нет вообще. Вот, Алексея я бужу чуть позже, потому что, ну, я просыпаюсь. Мне нужно приготовить для себя завтрак. Многие писали, почему я завтракаю на рабочем месте. Завтракаю я на рабочем месте, потому что, во-первых, так все коллеги делают. Естественно, если бы я видела, что никто на рабочих местах не ест, и все ходят строго в комнату там на кухню, или у нас есть еще столовая, то, конечно, бы я тоже делала так. Но поскольку все коллеги едят и обедают зачастую на рабочих местах, вот, собственно, и я не исключение. Почему мы все едим на рабочих местах? Ну, потому что параллельно можно клацать мышкой, смотреть в монитор и что-то еще делать. Вот, поэтому, собственно, вот так и происходит. То есть параллельно с приемом пищи мы еще и работаем. В тот день, когда я снимала, что я ем на рабочем месте, естественно, я не работала, потому что я снимала. А так, ну, это был единственный раз. Все. Все остальное время мы завтракаем на рабочем месте. Обедать я хожу в основном в столовую, покупаю комплексные обеды и там ем. Вот. А если, например, мне предлагают, что кто-то идет там за шаурмой, я не отказываюсь. И тогда все абсолютно коллеги, кто заказывали шаурму, едят на рабочих местах. Собственно, вот поэтому. Вот. Что вам еще сказать? Еще сейчас покажу, как я собираю свой завтрак. Я собираю себе бутерброды, вот это с колбаской, кстати, Оксаночка, привет вам еще раз и огромное спасибо. Едим колбаску вашу, чоризо вот это вот, она с паприкой, я так поняла, поэтому такого цвета. Очень вкусная, это просто невероятно вкусная колбаска. Так, с обычным сыром хлеб беру и с коричневым сыром беру хлеб. Все вот так укладываем. И кладу в пакетик. А вот этот бутерброд я взяла в отдельный пакетик. Угощу коллегу норвежской колбаской. Вот. Сейчас. А свои бутерброды я положу в один пакет. И там перед тем, как приступить к завтраку, помою руки. Возьму себе кофе. За кофе хожу каждый день. За 3-9 земель идти за кофе далеко, но тем не менее оно того стоит. Зерновой кофе,
полную кружку я себе наливаю. Что может быть лучше? Ой, доброе утро, мохнатый сын. Доброе утро, потягушки. Вот такие потягушки. Вот. Мохнатый сын еще спит, когда я просыпаюсь. Вот только что прибежал, проснулся. Маме доброе утро сказать. Да, Тима? Тима! Доброе утро! Урчит, урлыка мой. Ты мой урлыка мой. Да, вот такой урлыка. Вот такой провожает меня каждый день. Вот такой ласковый мальчик. Очень ласковый мальчик. Красавчик, любимый. Сыночек наш мохнатый. Вот он сладкий. Вот, ладно, уже пора будить Алексея. Пойду я разбужу Алексея, положу бутерброды в сумку. И, собственно, буду одеваться, и мы будем вытряхаться. Ездим также на машине, поэтому ездим очень рано. Приезжаю на работу тоже рано, но зато мы нигде не сидим в пробках. Вот такие дела. Сегодня 6 часов 36 минут. Сегодня как в первые дни. Да. Это мы уже там... поездив неделю, стали наглеть и выходить на 10 минут позже. Ну, по плотности потока идущего. Разница нифига не заметна, честно сказать. Сегодня да, вот почему-то. Сегодня пятница, по идее, сегодня поток будет в обратную сторону вечером очень широкий, такой сказать, плотный. Потому ну, что да, уже тепло, дачники. Дачники начались уже, все. А утром вроде бы должно быть так же, но даже поменьше, на что-то рассчитывало, в принципе. Но так не произошло. Может, день недели повлиял? В принципе, сейчас не должен поток так сильно по утрам скакать. Он должен примерно одинаково. Он сейчас летом будет, наоборот, уменьшаться, потому что летом начнутся эти отпускники. Народ в отпуск уйдет, и будет машин меньше на улице. Если придумать какие-нибудь засадные мероприятия, вот тогда, я не знаю, ты будешь выписывать себе этот опять пропуск на работу ездить. А вот прошлой весной же были эти... Как они, пропуски надо было электронные выписывать. Ты прозевала? А, скорее всего, нет. Скорее всего, меня просто посадят дома. Ну, скорее всего. Меня и так подразумевает работа в хоум-офис. А еще, если эта хрень наступит, то какая, какой профиль? Пропуск, сиди дома, из дома работай. Возможно, сюда. Пока езжай, там уже к автобусу приехал. Сейчас посмотрим. Вот опять едут с гаишниками, куча автобусов. Везут Росгвардии, подписаны эти автобусы. Везут солдат с репетиции парада. Ну да, уже середина апреля, это пора порепетировать. Ну да, они там долго же, они все отрабатывают там, все прям... До движения, кто за кем, как идет и так далее. И снова автобусы немножко проехали. Опять кавалькады автобусов 40 едет нам навстречу. Почему мы их каждый день встречаем? Всем доброе утро. Потому что где-то там военная какая-то часть, да? Ну да, она там есть специально созданная точная копия Красной площади. А туда людям нельзя? Нет. Это, ну, где-то рядом с парком Патриот это находится. И вот на этом площадке она прям все до миллиметра сделана, как Красная площадь. Все там вымерено. И они на ней каждый год репетируют. Это огромный плац, по которому маршируют солдаты вот разных частей. Там еще местные солдаты, плюс еще вот с разных частей привозят еще солдат. Хотя уже знаешь, что сейчас может происходить? Сейчас могут быть эти
что солдат ночью подняли, отвезли туда, они порепетировали, сейчас закончили репетицию на площади Красной и едут домой отдыхать. Может быть и так. Надо вот этот вопрос стать, полистать, узнать. Вот мы съезжаем на МКАД, вот видно его хорошо сейчас. Машины, идущие в том направлении, в встречном и в нашем направлении. Достаточно много машин. Попозже будет еще больше. Едем, как всегда. Но машин достаточно плотненько. Первый раз. Спасибо, не в первый день. Да, метро Молодежное опять подъезжаем. Улица Ярцевская. Как-то мы сегодня удачно эти, да, проскакиваем? Светофорчики. Ну, вот в такую секунду подъезжаешь, что да, он уже почти открыт. Хотя на предыдущем достаточно долго стояли. Вот этот второй подряд уже открытый. Впереди камера на полосу. Тут тоже пробка большая. Здесь вот два ряда вчера было вечером. Так, мы сейчас подъезжаем к мосту, который нам... Знаешь, что я понимаю? Которая напоминает ЗСД. Да. Знаешь, что я понимаю? Понятно. Поливалка там едет. Поливают улицы. Что-то поздновато, да, так нам? Сейчас можешь туда, вот, в правый ряд. Убери от телефона, да? Все, не уже. Давай. Я когда говорю, я же вижу, что в правый ряд. Может. Ну, я не должна смотреть. Так, уже подъезжаем, уже выехали на Ленинградский проспект. Вот сколько здесь полос? Раз, два, три, здесь четыре. За забором раз, два, три. И плюс еще тоннель, наверное. Тоннель еще, наверное, отдельно уехал. Сейчас попробуем... Чуть проехав еще раз посчитать полосы. Итого я 8 насчитал. Я почему-то думал, что здесь более 10. А вот богатый вот этот жилой комплекс. Там всякие звезды раньше жили. Полина Гагарина и так далее. А сейчас что? А сейчас не знаю, может, переехала. Мне налево. Тебе прямо. А что, он говорит, 800 метров поехал? Езжай прямо. Вот опять считаем полосы. Раз, два, три. У нас 4 за забором. Раз, два, три. По-моему, 5. Сейчас 9 полос. Через 600 метров. Держитесь правее. Знаешь, на чем себя поймала? Табличку прочитала. Ну да. А еще светофоры есть на улице. Представляешь, висят. Нет, светофоры-то я смотрю, когда мне... А, уже поглядываешь уже на светофор, да? А то же говорил, что нифига, не то самое. Держитесь правее. Так, сейчас уже мы подъезжаем. Не надо ничего перестраиваться, едем в этом ряду. Да, не надо, все, едем. Потому что сейчас левый ряд будет заворачивать, нам туда стоять придется. Через 600 метров держитесь левее, а затем развернитесь. А, нам через 600, а они сейчас. Да. Транспортная направо, как написано. В общем, в сторону Ленинградского проспекта и так далее. По беговой поеду. Тут долго сейчас придется поворачивать направо. Обычно
происходит достаточно протяженное время. Мотоциклисты катаются такие вот. Сейчас сезон начался, всего их сейчас будет много. Обычно такие есть светящиеся табло, ну, в Москве стоят, на МКАДе, и там написано: «Внимание, на дороге появились мотоциклисты». Типа, включайте поворотники перед перестроением, как-то так. Вот сейчас над нами Ленинградский проспект. Сейчас медленно под ним проедем и выйдем на Беговую. Сперва улицу, а потом метро. Слева здесь дом интересный стоит, его, наверное, не видно будет. Да, не видно. Самый вот серенький с левой стороны. Он стоит на курьих ножках, там первые, по-моему, три этажа, ну, визуально три этажа. Просто это ножки, палки и все. И потом уже только сверху начинаются непосредственно жилые помещения. А внизу просто, как сказать, такие, ну, даже поверну, чтобы было видно, не знаю, видно. Видите, вот ножки такие. Там кое-где какие-то есть, вот там дырочки, наверное, типа, может, аварийные какие проходы. А так вот, какой-то там ученый, архитектор-авангардист этот дом построил. Он единственный, неповторимый, охраняется государством и так далее. А соседний с ним, который на Ленинградском проспекте стоит, там вообще какое-то невозможное. И мы один раз подключали там клиента, и нам категорически запретили сверлить дырку в стене, потому что это дом там супер-мега-пупер. Как хотите, так провод и прокладывайте через стену. Он говорит: ну как, ну, по зданию нельзя, внутри здания нельзя. Как хотите, в общем. Делайте Wi-Fi. Ну, клиенту Wi-Fi не нужно было, нужно было провода проложить. Вот такое вот встречается в Москве. Здесь активное движение, и поезда идут, и все на свете. Здесь ближе к Москва-Сити подъезжаем сейчас. Мы съезжаем правее, вот тут такая сложная конструкция. Слева, справа тоже что-то городят какие-то домики. Не думаю, чтобы они стоили дешево, квартиры в этих домах. Кажется, дождь начинается, как говорил один известный персонаж. Навигатор показывает: езжайте по Кутузовскому. Сейчас посмотрим ближе к делу, как на него съехать. Эта машинка тоже туда хочет повернуть, беленькая. Вот тут единственное, надо чуть-чуть потерпеть, а потом съезжать, мне кажется. Справа, а потом уже надо после этого правее становиться. Странно, сегодня никого отсюда не выезжает. Обычно народ толпится. Москва-Сити проехал, и быстренько получилось. Вот оно то примыкание
Ну да. Здесь всегда так много машин почему-то, блин. Достаточно широкое место. Там внизу Кутузовский проспект тоже широко. Ну, то есть, когда мы съедем уже отсюда. Но почему-то здесь такая толчия. Вот чуть-чуть неорганизованное, какое-то тонкое место есть, и все, начинается такое стопорение. А вот, скорее всего, из-за того, что здесь и выезд, и въезд рядом слепили, вероятно, что это мешает. Вот как-то так. А вон там правее видно, сейчас нет в кадре, правее еще вон машины снизу выезжают. Вероятно, и они тоже как-то влияют на наше движение. Полосочек всяких понарисовали. Сегодня нету, а тут еще часто бывает это стоит. Машина с камерой снимает все происходящее. Вот как-то так. Ползем, ползем. Вот он сейчас появляется, Кутузовский проспект. Здесь станция метро, куча народу всегда. Метро как-то называется, по-моему, Кутузовская. Спешит, но
встречных, кстати, немного, обратите внимание. Достаточно спокойно встречные. И даже, наверное, меньше, чем по нашей полосе. Скоро Кутузовский проспект завернет, он не прямой, он через Славянский бульвар, метро. Проехали. Здесь второй выход сейчас будет, то есть метро Славянский бульвар. Люди стоят на остановке справа. Вот. А потом он заворачивает этот Кутузовский проспект. И прямо идет уже Можайский проспект. То есть визуально у нас ничего не поменяется, а улица будет называться другая. А сам Кутузовский продолжится, но направо. Дорога таким образом изгибается. История, вот такой вот Кутузовский проспект. Дома вот здесь, кстати, стоят по правой и левой стороне, достаточно старые. Здесь такое жилье достаточно унылое. И мне казалось, что оно под снос одной из первых пойдет, когда началась эта война со старыми домами. Но на удивление стоит Кутузовский. Возможно, что он попал под реновацию, там какие-то планированные дома под снос, но пока что еще все на месте. Вот здесь вот там уже Можайское шоссе начинается. Мы проехали съезд на Мининское шоссе. Вот. И в этом начинается Можайское шоссе. Вот здесь дома посвежее. Вот по правой стороне стоят. По левой тоже свежий дом. Ну, Кутузовский весь старенький. Пятиэтажки там стоят прям прежневских времен, по-моему, или даже еще